А у меня плоскостопие. Еще с 12 лет я очень далеко бегать не могу, потому что сразу ноги начинают болеть. Вот. А еще плюс к этому всему я недавно взвешивался. Я вот это на 5 килограмм потолстел. У меня ожирение просто лютое. Вот это Биг Маков в Макдональдсе пережрал. Да меня в армию даже не заберут. Вы можете понять. А еще зрение. Вот минус 94 с одного глаза и минус 1 с другого глаза. Ни черта не вижу. Вот дальше своего носа ничего не вижу. Пацаны, не забирайте в армию, а? Еще плюс к этому всему, у меня в последнее время диарея лютая, честно, русским языком поносище, просто каждый день бегаю туда-обратно, 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 ну не проходит. Вообще, на самом деле, у меня семья. Слева мой брат, по центру сын мой, справа моя жена. Не смотри, что она такая старая, вот. Вот это, вот, как бы... Степа, это прикрытие, Степа, тихо, вот. Я вам честно даю, ну не разрывайте же вы семью, ну какая армия? Вы вообще в душе понимаете, что вы творите? У меня вообще-то вот это, у меня диплом есть, то, что я блогер. Блогеров в армию не забирают. Тем более еще и майнкрафтер. Ты что, дурак, что ли? Ну, значит, судьба так распорядилась, то, что я, ну, все, должен пойти отдавать вот это честь родине, вот это, вот, должен служить отечеству, как говорится. И вообще плевать, Степа, ну, мелкий, ну, ты-то куда, ну, чё ты? Удачи тебе, милок, буду тебе письма писать, передачки приносить. Спасибо, Маргаритка Степановна. Разрываете семью, просто семью разрываете с братом, с женой, с этим, с племянником, с сыном. Вот не можешь ты спокойно жить, каждую серию тебе проблемы находят. Согласен, Степан, согласен. Мелкий, будь мужиком, за этот год или за 2 года, на сколько там в армию забирают? Неважно, ты станешь мужиком, станешь храбрым, возьмешь себя в руки. Степа, ты следи за ним, а ты, Маргаритка... Любовь моя. Всей моей жизни, кстати, давно женаты с тобой. А им вообще без разницы. Ты тоже следи за мелким. Он мне как родной сын. Ладно, биту спрячь. Все, по биту спрячь, у них калаши. Какая бита нафиг? Если что, бабки там в сундуке. Забирайте все себе. Я вот это. Все, давайте, в наручники меня там или в армию в наручниках сейчас не выпровожают. Все, давайте, садитесь. Потопали, поехали. Ну все, давайте, да, вот я сдаюсь, больше вот это бегать от армии не буду. Все, давайте, погнали, вот родине служить, вот это отечество охранять. Все, забирайте меня. Здравствуйте, тихо, 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 проезжайте, проезжайте, проезжайте. Директор банка? А вы-то что тут забыли? Сейчас, пацаны, подождите, вот старый мой приятель, второй раз в жизни его вижу. День добрый! Вам тоже добрый день, сейчас дайте я к сыну пройду, к жене. У меня к вам разговор есть. Ну, давайте, делитесь своим разговором. Как бы мне уже терять нечего, я вас послушаю перед тем, как отправиться вот это родину защищать, ага. Да нет, здесь немного другая проблема. Ой, идите вы, знаете куда со своими проблемами? В этой жизни без проблем, в принципе, обойтись никак нельзя. Я вот вчера с маньяком только разобрался. До этого я еще с кем-то там разбирался. Еще перед этим меня избили. Стёпу избили. До этого все бабки украли. Да у меня проблемы каждую серию. Вы мне дадите хотя бы сегодня отдохнуть. Ну, а, так подождите, так это не в армию меня забирают, это... А, так это охранники ваши. Фу, нафиг, пацаны, чё, сразу, вы чё, немые нафиг, сразу сказать не могли, я тут уже раз 4 пересрался. Так, ну ок, все, давайте, хорошо, чё за проблема, рассказывайте. Вы сначала заткнитесь и меня послушайте, ага. Вы когда свои деньги из нашего банка заберете? Чё? С вашего счета уже полгода как копейки никто не снимал. Мелкий, перестань рыдать, я в армию уже не ухожу. Нам ваши золотые монеты уже хранить негде, со всех сейфов вываливаются. А-а-а-а!
я же ролики на YouTube записываю ролик с маньяком на YouTube выложил. Бой там в спортзале записал, на YouTube выложил. Я полгода ролики на YouTube записываю, выкладываю, а зарплату свою с карты банковской не снимаю. А, так подождите, если у меня в том сундуке почти весь сундук заполнен золотыми монетами, а еще у меня в банке куча монет. Вот сундук, забирайте. Так. Мне немного сыкотно даже туда заглядывать. Это весь мой сундук получается. Да. Ну ладно. Стёпа, успокой мелкого, пожалуйста, мелкий, я не иду ни в какую армию. Так. Мать моя пресвятая женщина! Не-не-не-не-не-не-не-не, вы там меня случайно на бабки кинуть не хотите? Я никакую, я кредит не собираюсь брать, ипотеку тоже не собираюсь брать, я почку продавать вам тоже не хочу. Вы хотите сказать то, что это все мое за полгода, что накопить? Да здесь я весь город жизни ютуберов просто выкупить вот так, по щелчку пальца смогу. Да, да, ваше. Спасибо. Очень приятно. Спасибо, что прям к подъезду вот весь сундук этот денег притарабанили. Спасибо. Ага. Все. Все, давайте. Ага. Я прицеп потом верну. Спасибо. Все, пацаны, уматывайте. Ни в какую армию я не собираюсь. Давайте. Давай. Да ничего, ничего. Мы за тобой еще вернемся. А вот это не надо. Ни родине служить пока что не собираюсь. Все, давайте вы тоже уматывайте. Давайте. Да куплю я тебе мороженое, обещаю, мелкий куп. Два тебе куплю. Какао тебе куплю. Ремень кожаный тебе куплю, чтобы ты не выпрашивал так много у меня всякого сладкого. И кучу тебе всего куплю. Так. Армия отменяется, как я вижу. Так, все, тащи эту тарантайку вот к подъезду. Давай, мелкий, давай. Давай, тащи. Ага, давай. Молодец. О, сразу домой можешь затащить. Так, ну давайте мы с вами попрощаемся. Мне сейчас надо пойти туда, к себе в комнату, пересчитать вот эти все мани-мани. Брат, слушай, я давно о даче мечтал. Не поможешь? Кукиш тебе с маком, а не дача. Стёпа, какая дача? У меня даже дачи нет. Все, Маргаритка, забирайте его домой, давайте. Дачу он себе надумал. Может, еще пентхаус какой-то купить? Пошли, пошли, Стёпка, я тебе борщица налью. Давайте, все. Да, пошли, пошли. Ты прям домой затарабанил эту махину? Так. Я даже не знаю, что с этим делать. Учитывая... Мелкий, не подглядывай, не подглядывай. Ну тут парочку стаков так не хватает, хоть у меня где-то там в запасе, если там посмотреть под ковром, посмотреть под... Ты собака, я же видел, как ты смотрел через окно. Если посмотреть под кроватью, там еще точно пару стаков найдется. И вот здесь. Ну, наверное, первое, что мне в голову сейчас лезет, это сделать тот самый подарок, который мы обещали сделать Степке в предыдущей серии. Машинку ему купить за то, что Стёпа мне жизнь спас. Ладно, мелкий, уже ночь на улице, давай мы с тобой идем поспим, утром проснемся со свежей башкой и пойдем Стёпке подарок делать. Все, давай, спокойной ночи, мелкий. Не пукай громко во сне. Угу. А, подожди, так это же твоя кровать. Собака, ты чё меня обманываешь? Твоя кровать сверху, моя снизу. Пописяка ты мелкая. Все, спокойной ночи.
Слушай, ну я даже не знаю, мелкий, что ему можно купить. Вот что-то это. Или вот это. Ну, слушай, вот это зеленый цвет ему, кстати, подходит. Может, вот эту тарантайку ему купим, а? Давайте я вам подскажу, что лучше. А ты давай, Гришка, лучше не вмешивайся, я сам сейчас выберу. Слушай, давай вот эту купим, мелкий, да она ему подходит. Вот прям тут большой расход топлива. А, да? Ну, а какой вариант вы там можете предложить, а? Что лучше? Мелкий, ну ты чё, реально эту колымагу? Я помню, когда мы последний раз сюда приходили и покупали чё-то, то ли мне покупали, то ещё кому-то. Ты прям голосовал за вот этот мопед розовый. Да на кой чёрт он тебе сдался? Ты думаешь, он Стёпе подойдёт? Да ну нафиг. Так, нет, ну вот это слишком маленькое для Стёпы, он сюда вряд ли поместится. Ну давайте вот эту тогда модель. Вот, мне кажется, нормальная, большая, уютная. С Маргариткой Степановной сможет ездить. Она медленная, как черепаха. Ладно, так, ну это уже гоночный болид какой-то, это нету. Ну давайте вот эту байк нормальный, вот байк хороший. Зачем ему мопед розовый? Он громкий для тихого городка. Да что же вам не уймется-то? Гришка, вы как будто меня отговариваете покупать ваши машины вот эти. Мелкий, что серьезно? Ты думаешь, это понравится Степе? Розовый мопед. Ну, а вы что скажете, Гришка? Отличный выбор. Что, серьезно? Мужику 57 лет. Мы ему мопед розовый будем дарить. Я могу вам скидку предоставить. Вот это уже другой разговор. Ну, давайте, какую скидку? Минус 25% от всей стоимости. А в честь чего-то такая скидка, не могу понять. 25%, это же почти даром. Он давно тут стоит, его никто не покупает. Хоть он и стильный. Ну, то, что он стильный, я даже отрицать не буду. Ну, Гришка, вы реально думаете, что он понравится мужику? Он уже на пенсию скоро пойдет. И сколько он в этом в сумме будет стоить? 1,5 стака. У тебя башка сейчас отвалится, если ты так много будешь ее трясти, мелкий. 1,5 стака. Он точно нормальный, рабочий. Вот ничего с ним не так. Все хорошо. Быстрый, мало бензина кушает, негромкий, тихий, да? А то что-то как-то вы его подозрительно продаете. Еще 25% скидки. Вы можете проверить. Ну, давай тогда, мелкий, проверим. Открой вот этот шлагбаум, мелкий. Погнали! Байкер просто на розовом мопеде. Не, ну слушай, по городу ютуберов перебираться самое то. Неплохо, да. Не прям такой очень быстрый, Степа на нем не разобьется. В принципе, вариант нормальный. Ладно, Гришка, давайте его оформляйте документы. Квадроцикл потом мелкий тебе куплю его, а? Хорошо? На 18-летие. Через 11 лет. Вот тогда я тебе его и куплю. Замечательно! Все, давай, Гришка, давай. 1,5 стака, значит, у нас вот. Оплата наличными или по карте? Только валюта. Ага. Пришел, да, значит? Ну, хороший выбор. Ну, ладно, давайте тогда его. Ага, так и 1,5 стака. Все замечательно. Ключики на бочку. Ага, ключ от мопеда. Ага, замечательно. Пожалуйста, ваш ключ. Все, Гришка, спасибо большое, спасибо. Так, ключи есть, все могу забирать. Поздравляю вас с покупкой, катайтесь на здоровье. Спасибо, тоже очень приятно, только не я буду кататься, а друг мой. Все, спасибо, Гришка, и что мы еще придем? Через 11 лет за вот этим квадроциклом. Ага. Все, давайте. Ага. Все, мелкий, пошли. Ну, если эта колымага ему не понравится розовая, я даже не знаю, кто на ней будет кататься. Я точно не буду на нем кататься. И ты тем более, мелкий, у тебя еще прав нет. 18 стукнет, тогда будешь кататься на транспортном средстве. А пока что нет. Так.
А как мы ему подарим-то его? Может, просто позовем, он выбежит, мы ему вручим? Давай тогда так. Сейчас, давай сначала спрячем его. Давай вот здесь с цветами спрячем. Ага. Степка! На балкон выйди, пожалуйста! Здорово, пацаны, чё надо? Тут это... Дед Мороз проходил вчера. Просил тебе подарок передать. Спускайся, мы тебе его отдадим. Давай, быстро только. Начало февраля. Какой Дед Мороз? Февральский. Ну, запоздалый Дед Мороз. Он в феврале только приходит. Давай меньше слов. Давай, больше дела. Спускайся, давай. Так, мелкий, стань перед мопедом. Стань перед мопедом. Вот, стань перед ним, чтобы Степа не сразу заметил. Так, стань, ага, так, все, все, ждем. Я надеюсь, ему понравится. Здорово, Степ, чё, как жизнь молодая? Ну, в смысле, старая, тебе же 60 уже почти. В общем, без слов. Степа, это тебе. Мать моя женщина. Это реально мне? Степан, за все твои заслуги, если бы не ты, меня бы здесь не было. Если бы не ты, мелкого бы здесь не было. Степан, просто мужское от меня тебе огромное спасибо. И мы с мелким решили то, что в честь такого праздника, в честь нашей благодарности, мы решили тебе подарить такой мужицкий байк. Вот, мопед, если быть точнее. Надеюсь, тебе понравится. Вот. А можно прокатиться? Да, на, твой мопед, ты катайся. Давай. Мелкий, ключи ему отдай. Давай, давай, давай. Сёпа, бегом, давай, мы тебе даже мешать не будем, давай. Слушай, ну ему реально нравится. Степа, хватит! Иди сюда! Тебе реально нравится, Степа? Вот прям без шуток. Тебе нравится? Да! Это просто шикарно. Я даже такую реакцию ожидать даже не мог. Степа, это тебе. Вот просто катайся на здоровье. Просто надо только перекрасить. А вот Степан, это эксклюзивный матово-розовый цвет. Его перекрашивать не надо. Ты его больше такой цвет нигде ни в каком городе не найдешь. Только вот на таком мопеде катайся. Ага. Фух. Ну, в общем, вот подарок тебе. Ритка! Чё? Спустись вниз, смотри, что мне пацаны подарили! Да, вот это... Братку нашему втюхали просто колымагу двухколесную. Неплохо как бы. Вот, Ритка, зацени. Вау, вот это пушка! Да, да, я вообще не отрицаю, вот это самая лучшая махина, которая была только в этом, в автосалоне Гришки вот этого. Дороже там ничего не было, только вот этого, да. Степка, дай прокачусь. Да, не, туда не надо, там обратно, да, просто на месте прокатитесь, да, Ритка, у вас же прав даже нет. Фух, мелкий, давай догоняй. Пошли. Вот. Соблазнила майнкрафтера и украла канал. Я предупреждал эту рекламщицу Людмилу. Если она еще раз что-то подобное сделает, рекламу моего видоса
Спички есть, мелкий! Работают! Ага. Если еще хоть раз она попробует оклеветать или меня, или Катю, я подожгу все ее рекламное агентство к чертовой бабушке просто. Если кто-то не знает, это ролик со второго канала, Room Tour. Если кто-то не видел, комната Кати, моя комната и то, как мы живем. Мы даже кровать нашу вместе с ней показывали. Если кто-то не видел Room Tour, не верьте этой Людмиле, лучше вот сам его посмотри. Ну как бы там, да, было то, что Катя вот так лежала. Ну вот, вот нажми, лучше сам посмотри. Ритка, тащи байк домой, мопед. Степка, ты с нами. Мелкий, туши костер и погнали. Сейчас мы кое-что другое подожжем. Украла канал, значит. Дуримон, да это Людмила. Помогать записывать ролики, украсть канал, это разные вещи. Мелкий, как только подожжем, руки в ноги, ноги в руки. И текаем с городу просто, пока все не сгорело к чертовой бабушке. Ага, все, пацаны, пацаны, погнали.